я считаю, что соперников у Собянина сейчас нету. И вся эта ситуация похожа на массовый забег, когда один из бегущих, один из участников забега, побежал до выстрела. Причем остальные находятся еще в раздевалке, кто-то разминается, потому что знают, что до забега еще 20 минут. И судьи на это смотрят совершенно спокойно. Вот мне единственное очень интересно, а почему же у нас зрители тоже на это совершенно спокойно смотрят? И мало того, вот тот же Навальный, он решил включиться в этот забег, хотя увидел, что Собянин уже убежал достаточно далеко, и у него никогда не будет шансов его догнать.